такой аромат, я обернулась. Видите, какие красавчики. Салатчики. Расцветают. А сколько их? Уже первый цветет. А вот открываются. Класс! Весна мне тоже ассоциируется. 8 марта с желтыми тюльпанами, с желтым цветом. Красота. У меня закончилось масло подсолнечное, оливковое масло, 10 евро, 1 литр. Сегодня макароны по акции, поэтому мы возьмем макарончики. Хорватская кофе очень вкусная. Кто будет, можете попробовать. Хлеб здесь дорогой. Полтора евро. Полтора евро. И 89, но вчерашний со скидочкой. Можно порезать. Аппарат стоит. Есть стенд с рыбкой. Всегда есть свежая рыба. Дорада, сибас, форель, креветки и вот какой-то зубатик. Курица. Такие наборы. Килограмм. Крылышки, ножки и ну, все кроме филе. 4 евро килограмм. Такие ноги. Индюшка. Сколько здесь? Коровий фарш 2,65, 450 граммов. Курочка. Может, курочка со скидкой. Курица 2,98 килограмм. Готовые колбаски. Такие поставки. И сразу микс. Брокколи. Фасоль зеленая. Шпинат полкилограмма, картофель килограмм. Всегда очень свежая зелень. Салат. Ой. Лук. Бачок. Смотрите, перчики красивые. Баклажаны. У меня тут зеленый перчик. Микс. Полкило. Три штучки. Паприка. Морковка. Полкило. А, лимончик хотела еще взять. Такие красивые лимоны. Лука захотелось. Купила лука. Здесь сухофрукты, инжир, орешки, миксы, сырный слив. Авокадо, полкило, 2 евро.
фисташки. Это 4,99. А эти 5 или 7. Это по полкило распасовка. Венос. Расселина. Все. Спасибо Кауфланду, что я вышла и забыла взять пакет. Купила. Какая погода сегодня хорошая. Вдоль дороги. Что-то жарко сегодня. 16 градусов. Под деревьями хорошо тут. Ой. Надо же, такие перепады, то ночью минус 4, днем 4, северный ветер пронизывающий, а тут прям весна. Ну, эти живут, привыкают. У меня вчера такое недомогание было к перемене погоды. Здесь, кстати, змеи водятся. Ух, все, буду топать дальше. Так, беру свои пакеты. Забыла я сегодня сумку. Пошла в магазин. Ой, что устала я уже. Вот так вдоль такой дороги идем. Конечно, радует глаз. Я кактусы не очень люблю, но... Птички. Ну, не слышно, что пение птиц. Не слышно. Вот тоже. О, обогревают дома. Дровами пахнет. Где-то в одном месте. А, мы вчера ездили. Вот, зацветает. Покажу вам. Смотрите. Здесь тоже солнце ложится. Солнца много. Видите? Уже открываются. Дальше тоже веточка открылась. Все, весна близко. Здесь теплее, чем в Украине. Будем наблюдать. Абрикоска, наверное. Косточки пооставались. Абрикоска. Не люблю, когда руки заняты. Люблю, когда у меня там рюкзачок сзади, чтобы руки были свободные. Смотрите, какой балкон. На солнышке. Класс, видите? Рука занята. Продуктами не могу увеличить. Вышли на терраску, на балкончик. Море не видно, конечно. Но зато солнечная сторона. Люблю, когда солнце. А видите, эта сторона уже тыльная. Здесь без солнца. Вот, сделали себе так. Заасфальтировали. И, я так поняла, два пацана в баскетбол играют. И такая тоже парковочка. Так, а мы с вами топаем дальше. Здесь уже, ну, видите, собаки. На собаку реагируют. В такое время выходят на прогулку с собаками, с детками. Заброшенный домик один. Вот тоже стояночка. Парковочка. Надо прижиматься, потому что тоже парковочка между домами. У дома, у дома. Паркуются везде.
такое солнце яркое. Все, с вами была Алена Братусь. Я вам еще покажу сейчас, что я купила на 400 гривен. Это 10 евро. Все, переходим. Вот такие тут такая порода. Видите, земли тут нет. Не знаю, именно здесь сплошные камни. Ух. Подрезали все кусты розмарина. Видите, полностью до корней. И оливки подрезали все веточки. Не знаю, значит так надо. Что-то в этом понимают. Жалко. Грустно как-то выглядит сразу. Так, что я купила? Купила лимончики. Два лимончика. Подсолнечное масло. Макароны, шоколадка. Пучок лука. И маленький кусочек рыбки. Это 10 евро.